в раковине лед. Нет воды, кран аж замерз, все вымерзло, все. Все, ничего нету, все, вот мыло, видите, уже не мыло, а не знаю, как оно называется. Посмотрите, видите, это все лед. Это все, вот смотрите, это мы сливаем унитаз. А чем сливаем? У нас тут не вода, а лед. Посмотрите, мы, прежде чем сесть в унитаз, мы должны его отморозить, потому что он у нас во льду. Караул! Машинка, стиральная машинка. Все вышло из строя. Период, да? Всех подключали в отопительный период, а нас отключили. Вот с того момента у нас идет тяжба. Мы прошли сколько судов, все суды выиграны, но и авоз, и ныне там. Как у нас не было газа, так и нет. Температура, сами видите, в нашей квартире. Если замерзает вода, наверное, соответственно, замерзает она. Вот так мы спим. Вот так мы ходим дома. Ну, что хочу сказать. Наверное, следующим обращением поедем в Москву, непосредственно в Кремль. Потому что больше нам никто не может помочь. Что будем делать? Как себя вести в этой ситуации?